И последние якутские волонтеры вернулись из Олимпийского Рио. Сегодня девушки встретились с министром молодежи Якутии Афанасием Владимировым, руководителем дирекции игр Дети Азии, журналистами и рассказали о своих впечатлениях. Всего на Олимпиаде работали 45 тысяч волонтеров, среди них 5 девушек из Якутии, которые попали на самый главный спортивный старт четырехлетия. Они отметили хорошую организацию соревнований, также упомянули про обеспечение безопасности на высоком уровне. Но самое главное, что участие в таком масштабном мероприятии подарило им незабываемые эмоции. Я хотела немножко поехать домой, когда уже была в Бразилии. И приехала, конечно, только самыми яркими впечатлениями.